Снова изобрели велосипед. Почему первый в истории паровой локомотив прозвали пыхтящим дьяволом? И кто построил рельсовую дорогу в Древней Греции? Тайны зачатия. Где появились на свет разноцветные близнецы? Как жительнице Индии удалось родить и остаться девственницей? И кому пришла идея выращивать в пробирке дизайнерских детей? Вся власть советом. Как Бавария едва не стала частью СССР? И почему Гитлер стал красноармейцем? Проект Тибета. Зачем власти Китая решили повернуть реки вспять? Как Кристал. Это отразится на России и Казахстане, и где строят самый большой в мире парк развлечений? Эти невероятные животные. Почему Кристал. Не едят сыра, кошкам противопоказано молоко? И Кристал. Правда ли, что кроты слепые? Маленький. В эфире загадки. Ты маленький. Смотрите прямо сейчас. Ты красавчик. Российские десантники получат более 600 новых и модернизированных образцов оружия и техники. Они поступят в войска до конца года. По данным командования ВДВ, арсенал крылатой пехоты пополнится ракетно-артиллерийским вооружением, боевыми машинами и бронетранспортерами, а также средствами радиоэлектронной борьбы, связи и беспилотниками. Практически всю военную технику ВДВ можно десантировать с транспортных самолетов Ил-76. Как проходил первый в истории десант боевой машины с экипажем?